Каждая страшилка такая. И ходит слух, что он съел ее мясо, даже не сварив. Да это неправда все. Да в смысле неправда, чувак? Да потому что он не мог съесть ее мясо, оно было невкусное. Ему по-любому нужно было его сварить. Да ты задолбал, да я хотя бы одну историю нормально расскажу. Каждая страшилка такая. Что, кто-то на кухне? Здесь кто-нибудь есть? Да ты тупая. Как будто он сейчас тебе скажет: да, я тут на кухне бутеры делаю, будешь? Где логика? Тупой фильм. Каждая страшилка такая. А после этого он схватил ее тело и разрезал пополам. А потом, после этого, он сделал из этих кусков манекены. Каждый вечер он смотрел на эти манекены ночью. Да, да это не страшно. Ни капельки не страшно. Каждая страшилка такая. Нет! Нет, 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 нет! Не иди в ту комнату, там маньяк! Покойся с миром. Ты была самой тупой актрисой, которую я видел. Каждая страшилка такая. Но она запустилась сама, без скачивания, без да ничего. Блин, она запустилась... чувак! Ты просто переделал обычную миссию игры на страшную! Я тоже так могу! Дизлайк, отписка! А я не подписан, сейчас подпишусь, я отпишусь! Дизлайки! Каждая страшилка такая. Каждая страшилка такая. Ладно, чувак, все, с меня хватит. Твоя очередь рассказывать страшилки. Моя, да? Ну ладно. Когда-то давно жили у бабуси два веселых гуся. Два гуся. Один серый, второй белый. И... ага. Гуси жили два, белый и черный, серый. И потом их зарезали. И все? Чувак, да ты походу мастер страшилок. Таких как ты. Да забей, короче, сейчас еще плакать будешь. Маме пойдешь, пожалуйся, как всегда. Что ж, каждая страшилка такая. Блядь, сколько кровища! Капец! Он взял пилу! Да, сейчас он его порежет! О, сейчас будет что-то! Блядь, 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 видишь? Каждая страшилка такая! И потом она зашла в комнату и сказала: вы все умрете! Чувак, да ты серьезно? Слендерина! Не, я не верю в это. Я не верю в это. Каждая страшилка такая. Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис. И бро, просто сразу же, бери сразу же. Подписывайся на канал, чтобы быть моей суприм банде. Кто не с нами, тот под нами. Давай подписывайся, это же так просто. И да, бро, я не забыл. Вот коммент из-под прошлого видео. Господи, какие же они шикарные. Ты тоже можешь по следующее видео. Всего то, что тебе стоит, это нажать на лайк, колокольчик и написать комментарий. И если по твоим комментариям не будет никаких комментов, так ты попадаешь в следующее видео. Это прям прямой билет ко мне. Лайк, колокольчик и коммент, и ты уже в следующем видео. И представь, бро, вся суприм банда увидит именно твой коммент. Поэтому лайк, колокольчик,
А почему лайк колокольчик? Потому что я проверяю, или ты нажал на лайк и колокольчик. Именно такой билет у меня к видео. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм. И там выходят очень крутые фотографии и очень страшные. Поэтому, если не боишься, то подписывайся. А также пиши мне в директ. Я попробую именно тебе ответить. Давай, я жду тебя там. А если мы там наберем 1000 подписчиков, то я сделаю что-то очень крутое. Что-то, что просто очень тебе понравится. И пока что это тайна. И бро, я надеюсь, тебе точно понравилось это видео, и ты уже нажал на лайк, колокольчик. А если это так, то расскажи об этом видео еще своим друзьям, чтобы они подписались на мой канал и вступили в Суприм-банду. А то как-то будет некрасиво, если ты будешь в такой крутой банде, а твои друзья нет. Я знаю, вы привыкли к страшилкам, для вас это необычно, то, что я сейчас снял. Но это мой обычный формат, и страшилки не основной мой формат. Это так, для справочки. Но они будут. Поэтому, бро, давай наберем на это видео как можно больше лайков, чтобы вышла поскорее страшилка. На этом все, бро. Оставайся таким же шикарным. Пока!